Добро пожаловать на канал Planet for Animals. В Аргентине впервые в истории подали в суд иск от имени животных, 20 выживших ягуаров из 4 регионов страны будут судиться с властями. Об этом сообщает Greenpeace. Как сообщает организация, права ягуаров будут отстаивать сотрудники аргентинского отделения Greenpeace. В иске указано, что власти районов Гран-Чако, Сальто, Формоса и Сантьяго-дель-Эстеро не соблюдают законы о сохранении лесов и уничтожают среду обитания ягуаров. По данным экологов, в Аргентине за последние два века территория обитания пятнистых хищников сократилась в 20 раз, несмотря на то, что их ареал обитания находится под защитой, местные власти не гнушаются вырубками леса. Чтобы превращать законные владения животных в сельскохозяйственные угодья, эксперты подсчитали, для выживания одной особи требуется около 40 тысяч гектаров сплошного леса. Адвокаты ягуаров будут требовать от властей соблюдения природоохранного законодательства и прекращения вырубок лесных массивов, в которых прописаны хищники. Надеемся, что ягуары смогут отстоять свое право на жизнь в родном лесу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о животных.